Не успело завершиться расследование одного ДТП с участием полицейского, как сегодня стало известно, что цивильский сотрудник вневедомственной охраны сбил 73-летнюю женщину. Впрочем, обстоятельства таковы, что дать однозначную оценку происшествию сложно. 26-летний сержант полиции, сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Канашу, следуя по служебным вопросам на служебном автомобиле «Лада Гранта» из Канаша в Чебоксары через город Цивильск, на выезде из этого населенного пункта на трассе М7 «Волга» совершил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, вне пешеходного перехода. В результате женщина пострадала. С переломом ноги была доставлена в больницу скорой медицинской помощи в городе Чебоксар, где ей в настоящее время оказывается медицинская помощь. По данному факту Цивильским районным следственным отделом Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, тщательно осмотрено место происшествия. По результатам проведенного медицинского освидетельствования состояние опьянения у полицейского в момент ДТП не установлено. Сам он с места происшествия не скрывался. Сразу сообщил о происшествии в больницу. Необходимо отметить, что переход такой оживленной автотрассы в неположенном месте, он очень опасен. И в том числе может повлечь и смерть пешехода.